Сегодня у газеты «Ульяновская правда» юбилей. Ей исполняется 100 лет. Спросим у гостей, что бы они хотели пожелать газете на ее день рождения. Я бы хотела ей пожелать процветания и больших тиражей. Мы бы хотели пожелать «Ульяновской правде», чтобы это был ее не первый юбилей, чтобы она отметила еще свои 100 лет. Вот. Ну, конечно, интересных материалов, читателей, которые будут читать эту газету. И, наверное, может быть, чего бы мы еще хотели пожелать «Ульяновской правде»? Трудно сказать. Наверное, интересных событий, чтобы было о чем писать. Ой, хотелось бы пожелать, конечно, прежде всего процветания, причем процветания в ход со временем, в ногу со временем. Если это будут сети интернет, пускай это будут сети интернет. Если социальные сети, возможно, почему бы и нет. То есть процветание и актуальность. Ну, в первую очередь поблагодарить их за их замечательные материалы, за то, что они уже 100 лет с нами, чтобы они с нами были еще как минимум 100 лет, интересных новостей, интересных событий и, самое главное, любопытных читателей. Всем, кто делает газету от начала до конца, как их коллега, хочу пожелать личного здоровья, счастья и всего самого лучшего. Я хотел бы «Ульяновской правде» пожелать больших тиражей, читателей, интересных тем. Поздравляю с праздником, коллеги. Спасибо. Всем привет. Сегодня у газеты «Ульяновская правда» день рождения. Спросим у гостей, как их настроение? Как ваше настроение? Настроение замечательное, отлично. Кем вы работаете? Я работаю заместителем губернатора. Как ваше настроение? Нормально, хорошее. У меня тоже хорошее. Спасибо за знакомство. С вами было очень приятно поболтать.